Ребятки, всем привет! С вами Бабич или Бабич, я уже не помню, и сегодня с нами постоянная рубрика «Бабич пробует». В этом видео я решил вам показать 7 странных лайфхаков, которые я нашел в интернете, и проверю я, конечно же, это не один. Я буду звать наших ребяток из Dream Team и показывать им это уже лично. Поехали! Артур, а можно я у тебя мандемс возьму? Хочешь, я прикол с мандемса покажу? Нет. Скажи да. Тогда отдашь мандемс? Тогда садись, я тебе покажу сейчас прикол. Вот тарелка. Тебе что нужно сделать, это выложить мандемс по кругу. Ладно. Давай. Плотнее. Вот, кружочек сделали. Значит, берем кипяток и отхожу. 2 hours later. Кажется, перебор. Ну все, ждем. Казалось бы, при чем тут Украина? Прям такой ровный. Не, нормально. О, будет. Слушай, в принципе, так красиво. Прикол показал тебе? Ну ты себе эти оставь. Я пойду. Давай. Прикольно получилось. Теперь мы знаем, что это работает. О, привет. Привет. Бери стульчик. У меня к тебе вопрос. Ты вообще пьешь кофе в Старбаксе, например? Да, конечно. Я тебе хочу кое-что рассказать. Ну, а для начала, давайте покажу фокус, а ты попробуешь его дать. Смотри, у меня есть M&M's. Да. Я его накрываю стаканом. Он вот здесь. И если ты угадываешь, под каким стаканом, когда я перемешаю, будет M&M's, я тебе даю 125 рублей и 54 копейки. А что я за них куплю? Еще пачку M&M's. Отлично. Не так быстро. Ну, пусть она здесь будет. Неправильно. Я так и знала, я всегда была слаба в этой игре. Тупая она была здесь. Угу. Надо, на, съешь, не парься. Короче, я тебе обещал показать что-то. Да. Серьезно. Да. Дурочка. У меня есть лед. Задача заполнить 2 стакана льдом. Давай, засыпай. Да хватит. Все. Может, ты это и знаешь, но то, что я узнал, меня просто... Шокировало. Ладно, смотри. Нам нужно кофе. 1, 2, 3. Нет, только не надо. Не надо, тебе нельзя так делать. Даже не разлил. Бабич, ты мой бог. Быстренько делаем кофе. Смотри, у нас есть кофеёк, наливаем сюда. Опа! Полный! Многие кафешки, вот знаешь, типа айслаты, там, типа есть обычное горячее, есть холодное. Они что делают? Они кидают полный стакан льда, наливают вот так кофе, и получается, типа, у них полный стакан. Кстати, да. А на самом деле? Это половина. 2 стакана с 1 стакана кофе, представляешь? Офигеть. А получается, лед тает и постоянно наполняется, да. Это, и ты вроде бы целый день можешь пить кофе, но оно уже будет никакое. Да, типа поэтому давай попьем айс-латте. Давай не будем. Ладно. Как тебе айс-латте, как в Старбаксе? Очень вкусно. Давай, можешь кого-то угостить там. Спасибо большое. Давай, пока. Ох, дурочка, блин. Саш, а ты зачем пришел? Я вас не звал, идите за нутеллой. А ты, кстати, знаешь, что можно в домашних условиях приготовить нутеллу, а еще и дешевле и в большем объеме? Конечно же не знал. Тогда садись, я тебе покажу. Смотри, масло сливочное. Сахарочек. Молотый фундук. Какао. И сахарная пудра. Ну-ка. Все, что мы делаем, это просто вот так насыпаем сюда, половинку буквально баночки. Вот, пол баночки насыпали, нормально. Дальше фундука, это вот так, бахаем мукой. Все, хватит, у меня по пропорциям, все отлично. И заливаем просто маслом. Выглядит аппетитно, да? А в принципе, вот в этом и есть весь рецепт нутеллы. Поэтому давай сейчас закроем. Оно, короче, масло сядет, все там перемешается и будет как настоящая нутелла. Ты теперь знаешь рецепт, если что, заходи в гости. Приду. Бро, здорово. Я хочу яйца пожать. Есть яйца в доме? Бро, у меня есть 2.
Лиса, знаешь, что хотел сказать? Цвет яйца зависит от того, какая курица. То есть, если курица белая, значит, она несет белые яйца. Понял? Цвет яйца зависит от цвета курицы. Ну ладно. Иди, иди. Ладно. Че идешь? Пол пить. Собираюсь. Можешь две бутылки взять, одну мне как раз. Ну, если ты так случайно взяла колу, мне есть тебе что рассказать. Галь, ты знаешь, в чем отличие классической колы от коли без сахара? Ну, вообще-то не очень догадываюсь, Дим. Ну, во-первых, она без сахара. А во-вторых, я хочу тебе это показать на научном эксперименте от самого Бабича, профессора наук. Всем здравствуйте! С вами передача «Эксперименты с Бабичем» и со мной моя ассистентка Маруся Алексеевна. Давайте поаплодируем. Для этого эксперимента нам понадобятся две кастрюльки и кока-кола с сахаром и... Без. Сахара. Сахара. Молодец. Все, что нам нужно, это просто наливать колу, что туда, что туда. Можно я тоже влью? Только давай немного, чтобы мы не ждали 10 лет. Все, теперь нам просто нужно подождать, пока она выкипит. Смотри, какие бульбушки. Бульбушки. Газики называются, бро. Там пузырьки больше, чем тут. Может, отсюда газы уже ушли? Оттуда. Пришли. Окей. Короче, смотри, как и ожидалось, в коле с сахаром просто смотри, сколько остатка вот этой карамели. Пузырики! А вот... Выкипела. Выкипела просто. Без сахара. Тут вообще ни хера не осталось. Офигеть! Знаешь, что ты пьешь? Да, больше не буду пить колу с сахаром, буду пить колу без сахара. Молодец. Мне сказали, ты всех удивляешь? Удивишь меня? У меня как раз для тебя стульчик имеется. О! Короче, смотри, у нас есть 7 бутылок воды. И сейчас я тебе расскажу, как проверить эту воду, типа, ну, насколько она нормальная. Если показатель выше 7, то она будет иметь щелочную реакцию. А при пониженном показателе, то есть меньше 7, оно будет такое уже более-менее кислое. И эта штука поможет это... Да, оно будет давать определенный цвет, после которого мы можем понять, насколько это хорошая вода. В науке это называется pH-тест, ну, а мы делаем... Но у нас не в науке. Я понял. Если до вот сюда, значит не очень. Если промежуток от 7 до 8, значит эта вода самое то. Моя любимая. Шишкин лес. Шишки вообще. Не знаю. Какая разница вообще покупать воду за 150 рублей или за 20? Сейчас мы узнаем, какая разница. Смотри, на вид они вообще все одинаковые абсолютно. Все, давай, короче, по очереди будем заливать по несколько капель. Раз, два, три. Вот теперь мы можем определить, какая из этих поводичек зашибись. Вот это... Точно нет. Это точно нет, это что у нас? Это кислород. Синерского, я ее, кстати, чудесно пил, родители только ее и давали. Вот это вообще, вот это, мне кажется, вот эти самые хорошие. Да. Вот, видишь? На восьмерочку. Я говорил, Шишкин лес хорошая штука. Это вообще прям шестерочка, не знаю, такая шестерочка жесткая. А так, в принципе, вся вода у нас нормальная. Живем. Короче, лайк за архыз, ни разу его не покупал, но очень... Часто видел его. Ставь лайк, если ты архыз. Все, теперь ты узнал немножко больше. Пей шишки вес и не болей. Вот, а я ему такой говорю, а он мне не отвечает. А я ему такой начинаю рассказывать, а он мне... Ой, опять рыжик есть пошла. Стой! Это же маргарин вообще-то. Какая разница? Вообще-то разница большая. Иди сюда, я тебе сейчас покажу. Смотри, у нас есть маргарин, а есть масло. Нам нужна кипяченая горячая вода. Угу. Сможешь оформить? Смогу. Давай. 2 стаканчика. Ок. Чья себе. Делают все, что я скажу. Держи. Смотри, вот в этот стаканчик мы кидаем маргарин, а вот этот масло. Ты думаешь, что эти вещи не отличаются, они еще ой как отличаются. Ждем. Ну вот видишь, масло у нас растворилось полностью, а... Маргарин у нас остался наверху. А ты спросишь, почему? А я тебе отвечу. Потому что масло делается из животных жиров и молока, а маргарин делается из растительных и животных жиров. Поэтому масло у нас растворяется. Вот ты можешь это заметить по всему стаканчику. А маргарин, его хоть мешай, не мешай, но все равно будет всплывать наверх. То есть это в организме остается так же? Типа того. Поэтому, если ты делаешь бутерброд с маслом, лучше делать бутерброд с маслом. Ты такой умный, Бабич. Вообще-то обычный химический процесс. Бери масло. Я с этим буду бутерброд делать. Делай бутерброд, запей. Тем временем, ребятки, у нас уже приготовилась нутелла по нашему рецепту. Протестируем. Вот она, кстати, запечаталась тоже сама.
Как настоящая нутелла, ребят, реально. Ну что, ребятки, хочу вам сказать большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что хотя бы один из этих лайфхаков вас удивил. Или, может, вы потом что-то попробуете это сами уже в домашних условиях. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Ставьте большие пальцы вверх. Обязательно пишите в комментариях, что попробовать в следующий раз. Не забудьте подписаться на мой инстаграм. С вами был ваш Бабич или Бабич. Всем спасибо, всем пока.